Несмотря ни на что, на погодные условия, будь то дождь или ясно светит солнце, спортсмены физкультурного центра ИЗОНО не пропускают дневную тренировку. Наставники спортсменов начинают день с пробежки, а далее работа на лапах или качка. Занимаются как бойцы ММА, так и юные борцы вольного стиля. Я занимаюсь год в ИЗОНО, и я выступал в своем селе и горах. Я в селе занял первое место, я в горах занял второе место, и мне нравится спорт, борьба. У ребят-воспитанников спортивного центра ИЗОНО большие планы. Они регулярно принимают участие на соревнованиях. Шамиль – юный борец вольного стиля, тренируется уже на протяжении года. Однако уже пробовал свои силы на различных районных соревнованиях, а также республиканских в селении Костык и в столице Дагестана. Борьба. Ну, на высшем уровне всегда она остается в Дагестане, но, можно сказать, уже бои тоже догоняют этот вид спорта, потому что уже очень много спортсменов из борьбы перешли, из других видов спорта перешли и как бы набирают популяризацию эти бои, смешанные единоборства, и поэтому решили и бои, и борьбу вот ребятам дать то, что мы можем дать. Вот. Работаем над этим. Дворец спорта имени Гамида Гамидова отмечает всем требованиям для качественного тренировочного процесса, отмечает тренер юных спортсменов Мусхаб Кудиев. Сам наставник является кандидатом мастера спорта по вольной борьбе, а также победителем международного турнира по грэпплингу, который проходил в Абу-Даби. Эти достижения в итоге помогают добиться результата начинающим спортсменам. Готовились утром тут и вечером. В клубе ИЗОНО под руководством Абу Аблоева. Именно в клубе ИЗОНО не так давно, а так в спорте уже с детства. Вот. Сначала начинал с рукопашного боя, потом боевой самбо и потихоньку на ММА перешел. Воспитанники спортивного центра ИЗОНО уже имеют большие результаты. К примеру, Бадрудин Магомедов является победителем первенства России по боевому самбо, кандидат мастера спорта по армейскому рукопашному бою, чемпион России по панкратиону и смешанным единоборствам. Вся работа, отмечают тренера-преподаватели, направлена на то, чтобы воспитанники достойно представляли Хасавюрт на турнирах по всему миру. Арслан Дациев, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».